Вчера купили примулы, буду сажать. Вот такие вот разные. В общем, было предложение. 5 штук купите, будет вам дешевле. Ну, дешевле получилось где-то на 2,5 евро. В общем, примулы тоже подорожали. Сейчас что-то они, по-моему, стоят 3,50, по-моему, 3,50. Тут одна. 10 штук. По-моему, 10 штук. Да, 10 штук. 3,50. До этого они были 2,5 евро. В общем, все дорожает. А если купишь, значит, будет где-то 3 евро, что ли, да. Потому что 2,5 было скидка. Ну, в общем, вот такие вот всяких рот накупили. Вот, смотрите, красненькие. Мой сказал, не надо белых. Желтеньких хотел побольше. Желтеньких, видимо, разобрали. Вот такой вот интересный, кстати, цветок. Вот этот вот интересный, видите? Такой вот интересный цветок. В общем, вот такие дела. Буду заниматься полисадником. Ну, не смотрите, они это... Летом жарят, парят, и они могут помереть. А так помереть палисадники, а в саду, если только в тени. Ну, вон, я же вам показывала в предыдущем видео, как все это взращивается. Сейчас покажу быстренько. Ну, вот они. Видите? Вот вот уже сколько им? Второй год, что ли. Так что вот так вот оно. Ай, у нас так прикольно, у нас это. До сих пор. Снеговики перед домами, украшения на окнах рождественские. Ну, тут в Германии два праздника главных. Рождество до Пасха. Ну, вот я думаю, что за неделю до Пасхи там народ и украсит, и старое все снимет. В общем, людям не до уборки декорации с Нового года, с Рождества, то бишь с Рождества. Вот. Ну, так, не сказать, что тепло сегодня. Ну, в общем, потом покажу. Если будет время, как посадила, ну, может, и не покажу. Всем пока! Сниму вам красоту. В общем, сегодня солнце, хоть и прохладно, поэтому они все и раскрылись. У меня кот сюда прибегает и жрет вот эту траву. А я постригла розы, потому что у нас этот желтый куст цветет, и когда желтый куст цветет, надо же стричь розы. Вы смотрите, как они раскрылись. Это очень, кстати, рано. А я, кстати, до сих пор не сделала видео по каждому сорту роз, как они цвели в 23-м. Ну ладно. Буду делать зато в этом году. Вот. Мне еще надо посадить, как его, перед домом купила красивые примулы. Ну вот солнце, и они все вылезли красиво так. Солнце пострижено. В общем, у меня умерла Исла от Паусен. Ну, как бы красивая роза. Вот я мускарики так посадила. Вот. Ой. Это, кстати, я пересадила Хайди Клум. Пусть она здесь растет. Самое место ей здесь. Она что-то там чахла у меня. Вот. Сейчас идет к нам зверь. Зверюга идет. Вон она, зверюга идет. Зверюга. Так мне нравится, как она лапки выставляет. О, балерина ты мою. Балеринка, вот. В общем, все постригла. Кусты вон постригла. Ой, холодно что-то. Сколько градусов. В общем, 3 марта и холодно. В общем, муж проводит эксперимент. Расскажу вам.
потихоньку. Ну, немцы же они чудики. Кстати, нарцисс. Нарцисс у меня уже перед домом тоже цветут. Нарциссик, мини-нарциссик. О, какой красивый цвет. Ну, видите, жрал что ли кто-то их. А, пересадила я еще. Покажу, что пересадила. Это я пересадила морозник. Вот такой вот сортовой. За 10 евро его покупала. Мы, кстати, соседки, они перед домом растут. Бывают еще красные морозники. Как-то я не купила. Ну, в общем, я не купила, а надо было. Но здесь ему самое место. А вот здесь у меня был аскот. Аскот. И я вот посадила на место умершей ислы. Ну, исла очень хорошая, красивая роза. Сделаю видео про нее. Просто фантастическое цветение. Она такая мини-размера, но она не пахнет. Вот. Здесь у меня растет эльф. И вот это вот у нас как его? Мадам Анизлет. Но я хочу ее пересадить. Не знаю, или не пересаживать. Ну, что-то она вот так вот, кстати, вверх пошла. Вот это у меня мадам Анизет. И какая-то плетущаяся стала. Ну, не знаю, посмотрим. Там это, с розами тоже. Я их не больно-то и стригла. Особенно вот эту не стригла. Кисмикейт. Потому как... Народ говорит, если вы постригете, он у вас цвести не будет. Это у нас вот. Вот это у нас. Вот это вот у нас. Мадемуазель Маян. А это вот кисмикейт. Вот это кисмикейт. А вот здесь у меня. Вот это вот у меня. Я хочу, может, и выкопать мне. И посадить перед домом. Это камелот. Потому что он бестолковый и не цветет. Народ ругается. И мне даже один англичанин написал, типа, я купила, она не цвела, я написал в Тантау, типа, что за фигня? И Тантау ему то ли что-то другое выслал, то ли чего, извинился. Ну, в общем, по-моему, что-то ему выслали. А это у меня будет цвести, кстати, глициния. Это вот это вот фантастическое дерево. Дерево, которое, смотрите, какое небо, которое цветет в этом... Япония. У меня ежик запутался в кисмикейт. В общем, надо его распутать будет. Так что вот. Это очень, кстати, рано раскрылось все. Я думаю, что у меня будет красиво цвести наранго в этом году. Это у нас это. И, ну, так я неплохо так сильно. Постригла, ну, не стала что-то замазывать. Хотя надо, наверное, замазывать. Посмотрим, буду я замазывать или нет. Манюль. Что-то, кстати, неудачно растет это тюльпаны. Наверное, и не будут они цвести. В общем, это удача-неудача. У кого цветет, у кого не цветет. Ну, скарики как-то паршиво цветут. Ну, куда ты пошла? Ну, пусть лазит. Вот. Листья облетели. Листья облетели. Это у меня аллозома. Это вот я загоризонталила светлогуна. Посмотрим, будет ли она цвести в таком виде. Ну, кстати, горизонталит розы. Многие даже чайные, там еще какие-то вот так горизонталят. И типа, ну, красиво получается. Ну, типа, вот можно шузам показать, как горизонталить. Ну, в общем, типа такого. Вот вы вот берете так, горизонталите. Ну, пусть вот это вот взять, например. А, вот, например, взять. Гарден Мари Жозе. Гарден Принцессин, по-моему, Мари Жозе. Ой, господи, немцы как надают название.
Умереть не встать. Я тут смотрела, как это кошкам придумывают заводчики названия своим кошкам. Так смешно. Канал один нашла такой прикольный. Не помню, как называется. Ну, в общем, смотрите. Это давал совет какой-то не разовут, а какой-то, ну, не разовут, там, биолог, что ли. Вот так вот, типа, вот так вот горизонталите, да, ветку. И типа вот из них вылезают. Вот как бы так закрепляется. И получается, вот они из этих выходят и будут свисти. Ну, типа, так, такая есть методика. Это, кстати, мингус, что ли? Нет, это не мингус, это. Закрывала я их. И типа они будут горизонталиться и цвести. Но у меня тут это, места нету горизонталить. Как огромные сады, можете горизонталить. Ну, типа вот так вот тоже. Горизонталиться. Я вон что-то тут барок горизонталил. Не больно так цвести у меня собралось. Ну, вот я загоризонталила барок, например. Ну, он типа же это... Как это вам объяснить? Кустовая роза барокко. Ну, вот, под горизонталь немножко. Все повылезали на улицу. Но все равно холодно. Так. Что-то у меня тут цветет. Давайте, вылезайте. Нарциссики. Вот у меня вот наутика. Что это чахнет Чехов, и там Беверли очень хорошая розочка, красивая. О, интересно, будет свести вот этот, как его, рябчик это, кстати, рябчик. Смотрите, красиво, как надо сфотографировать. Вот это, кстати, по-моему, лаванда, но ну чуть жива вот это вот розмарин очень плохо морозы переносит. Вот что я хотела сказать. Пиановидные тюльпаны, что не тюльпаны, тут не вылезает даже. Может, их мыши съели? Не знаю. Ну ладненько, всем пока.